паста карбонара или спагетти со сливочным соусом. Количество ингредиентов и рецепт в описании под видео. Бекон нарезать на тонкие полоски. Чеснок натереть на мелкой терке или выдавить через чеснокодавку. Для сливочного соуса соединить 2 желтка, черный молотый перец, сушеный базилик, натертый пармезан и стакан сливок. Хорошо перемешать. Отварить спагетти в подсоленной воде. Соус начинаю готовить за 5 минут до готовности спагетти. В небольшом количестве оливкового масла обжарить бекон и чеснок примерно 2-3 минуты. И после добавить соус. Томить на маленьком огне 1 минуту и после добавить готовые спагетти. Постоянно помешивая, готовить на маленьком огне 1 минуту. Если соус получился слишком густым, добавить несколько столовых ложек воды, в которой варились спагетти. И сразу подавать к столу. Благодарю за внимание. Всем удачи!